Привет, на связи Влад Кемпа, и это пятый урок с нашего с вами обучения игре на гитаре. И сегодня, как я обещал, я хотел рассказать о такой некой технике, называется она «Капитан Крюк». Часто я замечал, что именно новички применяют эту технику. Выглядит она вот таким образом. Как вы заметили, новички, как правило, используют вот такую технику. То есть используют всего лишь один палец, как капитан Крюк. Я вот, кстати, просто... Почему пришла у меня мысль такая идея назвать эту технику так? Потому что я посмотрел Питер Пен на днях, и мне вот вбилось в голову, что действительно же бывает такое, что новички часто забивают на все остальные пальцы, что они вообще существуют вот здесь, вот как будто их отрубили, и остался всего один палец. Да, это, конечно... удобнее поначалу, потому что остальные-то пальцы не слушаются тебя, что делать? Поэтому приходится использовать всего лишь только один палец. Но на самом деле здесь кроется фишка в том, что намного колоритнее потом, когда вы научитесь играть на гитаре, постепенно осваивая техники, то вы почувствуете, что... В этом и вся фишка игры на гитаре, чтобы использовать по максимуму все возможности частей тела, так сказать, да? А в частности, у нас, я имею в виду, что надо задействовать все пальцы. Да, поначалу, конечно, хочется все забить и играть вот так, как капитан Крюк, да? Но я вас уверяю, что постепенно, осваивая приемы игры на гитаре, упражнения, вы почувствуете некую легкость, пальцы должны танцевать такие, потанцевать и вокруг гитары, да, и исполнять нежно любую композицию. Поэтому учитесь, старайтесь забить на эту технику и развивайте гармонично каждый палец, да? И вы начнете постепенно... Вот возьмите хотя бы даже вот тот перебор ями, который я вам давал на прошлых уроках, да? Используйте его, отрабатывайте медленно, и у вас... Все начнет получаться. Это залог успешной дальнейшей техники профессиональной в будущем. Поэтому ее нужно закладывать именно с основ, с самых азов. Поэтому не забывайте, развивайте эту технику. И не торопитесь, самое главное, отрабатывайте все очень медленно. Действуйте. Встретимся с вами в следующем уроке, в котором я поговорю об аккорде и будем рассматривать его изнутри, то есть будем, так сказать, если говорить по медицинской терминологии, мы будем вскрывать аккорд и смотреть, из чего он состоит.